Первый сезон драматического сериала «Сладкая жизнь» показали еще в 2014 году. Показом занималась Амедиатека, где сериал шел без цензуры большой аудитории. Он стал доступен только в 2015 году. Телеканал ТНТ пустил его в эфир, но с купюрами зрителям сериал понравился, и они с удовольствием посмотрели первый, а потом еще два сезона и до сих пор надеются на продолжение. Будет ли «Сладкая жизнь»? Четвертый сезон. Этот вопрос интересует многих фанатов сериала. Но, к сожалению, четвертого сезона сериала «Сладкая жизнь» не будет. Он получил логическое завершение. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.